Стремились. Да, он может жениться. Да, но ему нельзя жениться. Сумасшедшим нельзя жениться. Это беззаконно и негуманно. Я надеюсь, ваше высочество, вы отмените свое решение. Почему? Потому что барон Мюнхгаузен сумасшедший. Как? Баронесса, мы понимаем ваш гнев. Но для того, чтобы объявить человека сумасшедшим, необходимы веские доводы. Хорошо. Я сейчас познакомлю вас с одним документом. И вам станет ясно, составлен ли он человеком здравом рассудке или нет. Попрошу своего адвоката.